Я сегодня расскажу и покажу, какую я помаду использую. Вот у меня сейчас, смотрите, темная рубашка, достаточно интенсивные брови. В принципе, глаза красить не хочу, честно говоря. Вот, что я буду использовать? Вот такую помаду, смотрите, какой цвет. Она уже заканчивается, любименькая помада. Вот, и мы ее сейчас нанесем. Смотрите, такой приятный цвет, его практически не видно, но на самом деле она должна быть. Хоть что-то должно быть на лице, конечно. Вот смотрите, что получилось. И, в принципе, вот так мы же можем идти на работу или на учебу, или в магазин, или еще куда-нибудь. Вот. Ставьте пальчики вверх под видео. А обязательно напишите, какой помадой вы пользуетесь. А если вы тоже блондинка, если у вас такой же цветотип, как у меня. Вот, может быть, что-то интересное будет. А всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх под видео. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.